Аль, ты серьезно? Чего приехала? Что-то не так с твоей машиной? Да, она еще пока не моя. Я просто ее на тест-драйв взяла попробовать. Я хотела, чтобы ты посмотрел. Ну, все с ней в порядке, там. Не, ну посмотреть можно? Ага. Господи, для начала скажи, в каком месте ты такие деньги берешь? Ванечка, нет у тебя такого места.